полсотни не просто любителей катания, а преданных любимому спорту фигуристок. Они собрались в одном месте, чтобы не столько обменяться опытом, сколько научиться работать в команде. Во всех командах, которые у нас принимают участие, мы участников перемешали. Это было сделано специально. То есть в каждой команде у нас есть представители абсолютно всех клубов, всех городов. Две команды. Команда синих, команда красных. Сегодня они придумают себе название, кричалки, даже создадут эмблему. Оценивали выступления тоже по командному принципу, по шестибалльной системе. И результат каждого влияет на общее значение группы. То есть в турнире Кубка Дружбы индивидуальность на втором плане, на первом командность, сплоченность и ответственность. Победа в итоге за коллективом, который набрал большее число очков. Для них это впервые происходит, наш первый такой опыт. Поэтому мы обговаривали те моменты, что вы должны быть вот как команда. Задачи на сплоченность фигуристы в целом справились, но самой дружной признана команда «Синих Океан Победы». Теперь ребятам не страшно выступать и в парном зачете. К слову, показательные номера спортсмены продемонстрируют уже через пару недель. В честь 9 мая в Барнауле пройдет серия мастер-классов, а завершится сезон краевым турниром, который пройдет до начала лета. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком.